Дорогие студенты, учитесь хорошо, чтобы мы вами гордились. Будьте лучшими, так как вы находитесь в лучшем учреждении. Я поздравляю вас с тем, что вы студенты, и поверьте мне, этот период не кончится в вашей жизни никогда. Вы будете студентами всегда. Чего вам, собственно, и желаю. Чтобы ставили цели, достигали эти цели маленькими шажочками, чтобы была мотивация. Чтобы они учились, не только тренировались, но и учились. И, естественно, чтобы они были здоровы. Ну, чтобы они все дошли до 4-го курса и успешно выпустились. Чтобы они нашли себя в той профессии, которую сейчас получают. Быть общительными, добрыми, честными, милосердными. А еще, конечно, хорошо и правильно проводить студенческие годы. Весело, но вдумчиво. И чтобы этот период времени, который мы называем студенчество, оставил у вас только положительные, самые классные и самые запоминающиеся эмоции на всю жизнь. Ценить это время, да? Самое главное, что это время не приходило бесследно. Это время надо использовать для своего действительно самосовершенствования и обучения. И всегда быть в отличном настроении. И самое главное – оставаться человеком. С праздником!